Приветствую вас на канале Сами Своими Руками. В этом видео мы будем делать вот из этой Волги 31-й мы будем делать пародию на тачку из фильма «Смертельные гонки». Что мы здесь хотим сделать? Во-первых, я разрежу вот эти части бамперов вот здесь, здесь. И сзади то же самое. То есть я кузов буду разгибать, сделать его шире, так как Волгари к низу, наоборот, как бы уменьшается ширина. То есть шире он вот здесь, даже чем вот здесь. Поэтому я буду его разгибать, добавлять объем машине, ставить буду на него колеса крупные. Вот от этого автомобиля, это донор, разбитая. Но колеса у него изумительные, как раз в тему. Кузовщина подвергнется изменениям. Как ноутбук не вовремя включился, вот собака какая. Так, смотрим, что у нас примерно получается. Вот такой вот монстр. Это заготовка, еще не конечный вариант. Сразу скажу, что в черный я его красить не буду. Я сделаю его просто таким задроченным, забитым. В общем, машина и как в фильме. Сделана из абы чего и абы как. Будет это вот так вот выглядеть. Колеса сейчас еще не зафиксированы, они будут немного выступать. То есть вот так шире, шире корпуса. Передняя часть будет стоять, тут ковш еще. Пулеметы, движок, имитация, тут гранатомет. Дверь. Потом все в конце буду показывать, что и зачем, и как. Это пока так, чтобы вы понимали, что я вообще делал. Везде все расширялось, распиливалось, чтобы создать объем более широкий кузову, потому что изначально Волга очень узкая. Узкая и длинная. Так что вот такой вот монстр будет у нас. Так будет стоять ковш. Сзади тоже будет стоять защита, как в фильме, пластина. Отбойная. Против попаданий. Если вам интересно, что у меня получилось, ставьте лайки. Так, когда видео наберет 200 лайков, я вам покажу, что у меня вышло. Потому что то, что сейчас видео, это половина только всего произошедшего с данной Волгой. Вы ее вообще не узнаете. Так что жду 200 лайков и сделаю вам окончательное видео данной сумасшедшей Волги. Все, всем спасибо, пока.